Добрый день. Сколько я не снимала? Дней 8, да, наверное. У меня технический перерыв. Как это сказать? Ну, были на то причины. Собрались на концерт сегодня в Пятигорске. Не, вообще было заявлено, что мы пойдем в Пятигорск на Думикяна. Перенесли концерт Минвода. Мы идем всем своим женским составом на концерт. Снимать не буду, потому что музыка, потому что авторские права. И, если честно, большое количество людей меня еще смущает, скажем так, что из телефона. Сделаю укладку. Волос, посмотрите, как вырос. Тут месяц назад стриглась. Не знаю, с этой стрижкой что делать. Все равно стригусь, не стригусь, закалываю. Кто мне писал? Тут из девчонок писал: Нарина, не стриги, все равно будешь делать это дуклю. Это как раз в моем случае. Даже не знаю, сегодня выложу влог или нет. Может быть, по чуть-чуть буду снимать, потому что у меня сейчас постельный режим. Я 24 часа провожу в постели. У меня еще чуть-чуть нога в норму не пришла после дня рождения. Потому что как, тормозов нет, да, надо танцевать. До этого целый день пекла на ногах, потом танцевала весь вечер. Ну, не весь вечер, а ну сколько могла. И после таких гулянок моя нога бастует. А сейчас обязательно выйду поснимаю цветочки. У нас в саду такая красота. Неделю не вылазно дома сидела. Сейчас во двор вышла, у меня аж... От переизбытка кислорода голова кружится. Сейчас камеру. Карине говорю, пойду цветочки поснимаю. Она говорит, ты мою хосту поснимай. Тюльпаны мне вот эти нравятся наши. Пионы видны. Через 2-3 дня пионы будут. Это стильба. Траву щипала, уже все опять в траве. Этот куст тоже красивый. Папа подметает сережки от орехов, венит, бросает. Я старую бабку сразу включаю. Пионы. Еще гладиолусы не поднялись. Я даже не знаю, будут они или нет. Но пока еще гладиолусов нет, в прошлом году мы сажали, и не вылезли каллы у нас. Но я так думаю, что они будут попозже, к осени. Очень хочется на это надеть. Наташа, это для тебя специально. Пахнут. Каринкины цветные хосты. Весь двор в хостах насажал. Не нравятся мне эти кустарники. Панчики, колокольчики наши отсвели. Ландыши? Кому это надо, пусть обращаются. Это как черемша. Вот говорят, что тяжело развести именно. Кто хочет развести, но не получается. У нас прямо это черемша. Я их каждый год, ландыши, отсюда убираю. И никак у меня не получается их извести. Они как сорняк. Карин, как правильно называется ветиву? Алиум. Такие названия. На, садись вперед. Ты вперед, а мы сзади сядем. Нет, нет, тебе неудобно. Сзади, а мне разницы нет. Все, давай, счастливо. А плохо будет видно. Ну, вот так, главное, и с той стороны пробку. Да, ну там впереди чуть-чуть еще. Это, наверное, кто с кислого. Мы за 15 минут. Раньше не начнут. Ну да, раньше нас не начнут. У нас что на свадьбе, что на день рождения, что концерты, армяне вовремя не начинают. Будем еще аплодисментами его вызывать, как всегда. А у меня спрашивают, что за певец такой? Я говорю, широко известный в узких кругах. В узеньких. Проходит в экспоцентре. Так, девчонки, ищем каждый свой флаг. Так, Ставропольский, Россия, Чечня, Осетия, Ингушетия, Дагестан. Какой еще флаг? Вот этот, какой, а где зеленый? Наш флаг? Где зеленый? Тут зеленый.
Красный, синий, зеленый. Белый, синий, красный, это Дагестан. Это наш, Дагестан. Белый, синий, красный. Ну, она говорит зеленый, мамуль. Красный, синий, это Дагестан. А вот следующий, вот я не знаю, какой зеленый, белый, голубой, вот внутри кружок, это чей флаг? Здрасте, это Ингушетия. Нет, Ингушетия с красным этим внутри. А вот следующий, между Дагестаном это и Ингушетией. Типа Узбекистан, по-моему, что-то такое. Да. Средняя Азия. А, вон тот. Короче. Мы не все флаги. Концерт нам, что столько народу. Что говорит, столько народу? Время полвосьмого, мы торопились, думали, опоздаем. Народ еще собирается, концерт задерживается. Ну, на час задержится точно, а там уже... А теперь все вместе, лучшие из лучших, под солнцем и тучи. Спасибо, зажигаем! И